Областная столица рискует потерять один из своих главных символов. Серьезную обеспокоенность у местных жителей вызывает состояние площади Славы. Некогда уютный и популярный у горожан уголок отдыха и место проведения торжественных мероприятий сегодня представляет собой удручающее зрелище. Пока тверичане гадают, что же случилось с одной из визитных карточек города, городские власти не торопятся браться за ремонт территории. Площадь Славы уже давно стала одним из главных символов Твери. Здесь проходят праздничные мероприятия, организуются ярмарки, зимой заливается каток. Впрочем, то, как сейчас выглядит эта территория, мало согласуется с ее предназначением. Уж о чем, но о Славе тут говорить точно не приходится. Место, где еще совсем недавно выступали первые лица города и области, сейчас больше смахивает на обшарпанный подъезд девятиэтажки где-нибудь на окраине микрорайона Южный. С парадной лестницы, ведущей к школе искусств, практически полностью обрушилась облицовочная плитка. Теперь перед глазами горожан зияет серая бетонная стена, на которой виднеются остатки цемента. Аналогичному разрушению подверглись и ступеньки лестницы. Ходить по ней, особенно во время гололедицы, просто опасно. А ведь ежедневно здесь бегают десятки детей, учеников школы искусств. Более того, на той плитке, что еще осталось, белые подтеки неизвестного происхождения. И все это в самом центре Твери, в 3 минутах ходьбы от законодательного собрания и в 10 от администрации Твери. Понятно, что горожане едва сдерживают эмоции, видя то, во что превратилась площадь Славы. Плохо, очень плохо. Сейчас со грусти какой-то. Жалко. Жалко. Надо порядок городской власти думать. Сделано, я как строитель могу сказать, не технологично. И неправильный контроль, по-видимому, не было. К технологичности работ, которые осуществлялись на площади Славы, действительно масса вопросов. Напомним, масштабный ремонт одного из главных символов города начался в конце лета 2015 года. Тогда на площади была снята старая тротуарная плитка и гранитная облицовка. Планировалась установка досок почета, нового освещения, скамеек. На тот момент заместитель главы администрации Твери Владимир Прокурин бодро рапортовал о том, что еще в планах у городских властей. Сейчас решаются вопросы по водоотведению, по профилактике работы ливневой канализации. Возможно, именно вопросы по водоотведению городские чиновники в ходе ремонта так и не смогли решить. Во всяком случае, об этом говорит характер разрушения. Избыток влаги мог стать причиной того, что плитка просто отсырела и отвалилась. К слову, былой лоск потеряли и колонны, установленные на площади. С них начала осыпаться мелкая плитка, которой было выложено основание. Кто и когда будет приводить в порядок заметно поблекшую площадь Славы, пока непонятно. В таком виде она пребывает уже не первую неделю, однако городские власти по-прежнему хранят молчание. Но это не мешает жителям Твери надеяться, что у этой бесславной истории хотя бы финал будет славный.